В Венеции прошла акция протеста секс-работников, отстаивающих свои права. Участники манифестации держали в руках красные зонтики – символ защиты от надругательств, насилия и предрассудков. Таким образом, они отметили 20-ю годовщину проведения первой демонстрации, организованной Комитетом по гражданским правам проституток. Активисты планируют в течение недели проводить встречи для обсуждения условий своей работы.